Накануне Александр Лукашенко встретился с активом Могилевской области и представил нового губернатора Анатолия Исаченко. Во время разговора президент напомнил о своих требованиях, озвученных ранее. Регион не должен плестись в конце. Нацеленность на создание новых производств и расширение действующих – движение в правильном направлении. Сегодня заканчивается срок уплаты авансового платежа по транспортному налогу для физлиц. Первая часть годовой суммы – 29 рублей. Вторую в аналогичном размере можно внести в ноябре 2022. Сбор, напомним, пришел на смену госпошлине, которую белорусы платили после прохождения техосмотра. Технологии продолжают внедрять в ключевые сферы развития экономики страны, в том числе и в инфраструктуру. Это один из элементов формирования умных городов, предусмотренных госпрограммой «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025. За цифровизацией будущего и в бизнес-процессах, системах управления компаниями. Налоговое ведомство напоминает об оплате сбора за ремесленную деятельность. Физлицам, планирующим продолжить работу в 2022-м, необходимо внести 58 рублей не позднее 28 декабря. Сделать это можно через систему ЕРИП, кассу банка или наличными у оператора почтовой связи. Штормовое предупреждение объявлено в стране на сегодня в связи с ухудшением погодных условий. Температура за окном от минус 6 до плюс 4. Возможен мокрый снег и дождь. В четверг на территорию Беларуси начнут поступать теплые воздушные массы с Балтики. Днем столбики термометров покажут до плюс 6.